Всем привет, дорогие друзья, с вами Швили, и сегодня мы играем в Rockets at Edges 2. Древнеримский, короче, абсурд богов, я не знаю, стратегии, это такой, в таком юморном стиле, короче, это все сделано, что, блин, по скринам я подумал, нифига себе, давайте попробуем поиграть. И да, давайте попробуем поиграть, поехали. Так, я пока не понимаю, что нужно делать, но мы, короче, играем за какой-то шар учебный, учебный уровень. А чё, куда шар-то идёт? Давайте войти в арену, давайте попробуем обучающий уровень, но мы будем... Скаще! Что это такое? Кто ты? Кто ты? Учебный уровень! Ах, мой друг, я объясню тебе правила этой войны! Такой, а-ча-ча-ча, такая фигня. Давай объясню тебе правила этой войны. Это наша страна, поле сражения. И вот отдашь замок, внутри которого ты будешь храбро стоять в команду дальшими силы. Я немного себя перенес, потому что там не показано что-то. Вот, и вражеский замок, где Ричард прячется как трус. Что-то расправа, короче, слева. Так, ну, что мы делаем? Кинем на них гигантские валуны! Что это такое, уничтожьте ворота, давай. Попробуем сейчас уничтожить ворота. Давай, 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 давай. Берегите прочность. О, подожди, подожди. Я тихо не пойму, что ты сказал. Ой. А это, кстати, с этим. Опять. Видал рожу. Это рожа. Так, все, мы будем бросаться в лунами. Куда бежать-то? А, мы можем перелететь, во. Давай, давай, давай. А, блинский, блинский, уничтожьте ворота. Вот они ворота. Так, разгоняемся, шарик. Так, тихо. Все, нам надо, короче, сюда. Вон Зевс, короче. Давай, 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 давай. Давай, фигарич. Средняя скорость, прочность. А, ну все, нам нужно намного больше. А, да, блинский первый удар. Да ты видишь. Что мои володы не меньше твоих. А, теперь он, короче, меня. Вот у нас урон к атаке. Мы должны построить оборону и остановить его волну, пока он не достиг. Давай, Лишь потому, что я знаю, что ты впервые командуешь армию, я дам тебе столько лет построить оборону, сколько ты захочешь. Ну, типа того. А, блинский, блинский. А я что-то забыл. О! Слушай, чувак, давай! А, нужно еще их строить времени. Готов. Теперь мой. Что-то я настроил, кстати, вышку. И он что-то пролетел мимо. Ну все, летим. А, вот вы, кстати, вышки. А, это типа оборона. А, на валунах, нифига себе какие-то эти. Тихо, тихо. Ой, а у него, кстати, жизни есть. Да, нифига себе. Все, летим, летим. Блин, надо было больше построить оборону. 176 урона, видели лицо его. А, подожди. А мы-то чё? Он вообще должен... А чём я-то построил? Нифига себе. Я построил. Нифига. Так, давай. Давай, Зевс. Или кто ты? Дали какие эти. Валунами, блин, нифига себе. Здесь, наверное, походу так и будет. Ох ты. Тихо, 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 тихо. Разгон какой, разгон, разгон. Почти разгон, прям жесткий. Бам! Максимально. Убираем его. О! Все. Та-т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 а. Да ладно. Так, все. Мы теперь Ричарда, наверное, будем. Новый юнит. Пружинка ловушки. Давай. Вот это будем. Подожди, война нормально. Сейчас возьмем вот это. А, нельзя, короче. Ладно, давайте войти на арену. Яблоко. И все? Выпивается в луном. Че за трэш творится?
Что за фигня? Извините. Можно спросить, видели вы... Боже мой, я знал, что ты придешь. Какого фига? Я готов. Будут катапульты, копеечки. Мы, конечно... Что? Мы должны вылить кипящую массу на солдат. Ему понравился мой план. Что? Что за фигня? Я еще пропустил ролики до этого. Зря я это сделал, кстати. Ой, жестко, конечно. Так. Прочность мы убираем валун какой-то. Ладно, давайте этого валун. Ой, смотрите, какой валун. Давайте это возьмем. И вот так вот. И вот так вот. Все. Готов. А, выберите валун. Давайте вот с этого пока. Вот это хочу. То есть, видите, какая у нас... пока это строит. А, мы должны сейчас строить, да? Подожди, мы должны строить сейчас. Кто вообще обороняется? Мы или они? Ладно. Возможно, я неправильно что-то делаю. Вы, ребят, будете там достраивать мой валун? То есть, он так фигарит его с лицом. Начало, а это вот сюда, да? Это нам надо туда. Отсюда будет у нас это делать наш валун. Да, ой, там лицо было намного, кстати, добрее, наверное, чем вот сейчас. Офигарит. Та-дам, готов. Все, погнали. Мужики сделали валун. Так, теперь будем прям вот максимально, короче. О, нифига себе, у него там видели это. Все, начинаем. А что такое? Так, мы летим потихонечку пока, да, не разгоняемся. Враг катится. Ай, враг катится. Он одновременно, что ли, получается? А-а-а, давим их. Эй, иди сюда, ты где? А, враг другой, наверное, на манере катится. Ну ладно. Мамба! Так, а где он? А где у них? Где наш? Выберите свой валун. Ну, пока выберем, да, вот этого. То есть нас попал, и мы вообще что-нибудь сделали. О, у нас, кстати, тоже какой-то. Можно было посмотреть, как этот валун фигарится. Так, и надо построить опять что-нибудь. Кстати, надо вот так вот, наверное. Так, ну что, валун наш готов. Вот он, а! Красавчик вообще, красавчик. Вон, видите, это подорваться лучше сюда не надо. Все-таки по правой стороне побежим. Валуны, что за бред вообще? Ух ты! Ух ты, нифига себе, нашего валуна вообще там зафигачили. Почему на меня нету такого? А! То есть ему вот нет жизни, он типа Зевс. Эй, чувак, тебе нужно дальше. Дай корову убивать. Ой, а корову, кстати, неубиваемый, нифига себе. Вы что, шибанули, что ли? Так, тихо, ребят. Куда вы, блин, меня гоните? Они, кстати, убивают эти катапульты. Я думаю, они не выбивают. Они вон как убивают. Все жесть. Во! Бежим, разгоняемся и... Главное попасть по нему. А он тоже, короче, до нас долетел. Выберите свой валун. Не, вот это, кстати, намного лучше. Так, у нас готов еще один валун, и мы погнали. Блин, кстати, вот поэтому... А вот, смотрите, катапульт. Опять коровы какие-то. Ох ты, нифига себе, враг тоже кинул, короче. Кто быстрее? Хлоп. Ой, мы корову взяли. Ё-моё, как мы ее зацепили. Лол. Так, если чувак быстрее нас, кстати, долетит, возможно, он нас воткнет. Потому что у него что-то тоже жестко. Так, тихо. Валун, давай, валун, не валуй. Ух ты, нифига, сколько коров. 5 коров одни. Как он их зацепил, боже. Блинский вообще. Так, тихо, разгоняемся назад. Давай-ка назад сначала, изначально. Блин. Давай, тихо. У нас, мы почти дохлые, короче. Ух ты, нифига себе.
Оу, да ладно. Блин, у нас осталось чуть-чуть. Короче, мы просрали, походу. Мы катимся, враг уже покатился, и, короче, мне, походу, сдец. Потому что у нас, смотрите, сколько жизни осталось. Блин, а он этих коров настроил в последний момент. Я вообще жестко офигеваю. Он этих коров вообще жесткая фигня. Вот, как это вообще мимо них пробежать? Вообще, такие, да у нас какие-то эти... Не, все, он уже приближается, короче, к нам. Он приближается, и мне... И смотрите, у него какой оборона. Я вообще валюсь, я не знаю как. Он подходит уже ко мне, все. Бабахай. Все. Я не думаю, что, например... Я не думаю, что, короче, можно вообще проиграть на первых левелах. Я только начал и уже проиграл. Очень хорошо. Ну нет, здесь, смотрите, большая карта. В принципе, здесь однотипно и все. Здесь берешь определенное снаряжение, открываешь определенные защиту от валунов, их откидываешь. Игра в юморном таком стиле, то есть кому нравится, ну, качайте, играйте. То есть здесь такие вот прикольные сюжетки, да, когда ты заходишь даже на простые вот... простые войны, то есть, видите, там начинается какой-то флешмоб. Флешмоб вот такой... Ой, чувак, что я здесь делаю? Корова надутая. Жираф. Чё? Что? Что за абсурд? Боже. И вот такая тема во всех вот флеш... вот этих видео. Ладно, ребят, на этом все. С вами был Швили. До новых встреч. Пока.